У дома номер 2 на улице Уютной свалка строительного мусора, хотя собственник утверждает, что это всего лишь щебень. Придомовая территория завалена мешками со стройматериалами. Специалисты управления муниципального контроля составили протокол на хозяина, вручили повестку на административную комиссию, где определят сумму штрафа. Следующий адрес – улица Уютная, 2Б, и здесь тоже нарушение. Нет ограждения и горы земли у дороги. Собственнику вынесли предупреждение. Он обязался навести порядок за неделю. Еще один земельный участок – улица Уютная, 2Г, и тоже неприглядный. Вид. Строительный мусор повсюду. Найти хозяина участка не удалось. Проверяющие придут еще раз. Все объекты будут проверять до полного устранения недочетов. Не удалось найти собственника еще одного объекта на улице Горького. На участке с двухэтажным недостроенным зданием груда стройматериалов и заваленное ограждение. В таком виде недострой угрожает безопасности. На баннерах телефоны застройщика, но ни на один из них дозвониться невозможно. На настоящее время будут проводиться работы по уточнению, где находится собственник, как связаться, чтобы он восстановил данный забор. По правилам благоустройства любой строительный объект должен быть огражден силовым сплошным ограждением до высотой до 2 метра и находился в надлежащем состоянии. Временное ограждение демонтировали и перенесли на территорию стройки, но в таком виде участок не останется. Собственника объекта обяжут привести стройплощадку в порядок с учетом требований и правил.